Одной из улиц села Ергенкала присвоено имя ветерана Великой Победы Тажидена Хасанова. На мероприятие пришли потомки ветерана и представители старшего поколения, ставшие свидетелями тех жестоких военных лет. Тажиден Хасанов родился в 1918 году в селе Сарайшык Атырауской области. Для получения среднего специального образования в 1939-40 годах участвовал в Советско-финляндской войне и благополучно вернулся в страну. Во Вторую мировую войну 28 мая 1942 года добровольцем ушел на фронт. За боевые услуги, проявляемые на фронте, указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1944 года награжден орденом славы третьей степени. Куча атаулар берген, атаулар нөмірленген көшелерге. В настоящее время по названным улицам проведены все инженерно-коммуникационные системы: асфальт, вода, свет, газ, тротуар. Поздравляю с праздником Победы, пусть в нашей стране всегда будет мир и благополучие. На мероприятии выступили аким Ергенкалинского сельского округа Мухтар Курмангалиев и председатель Совета ветеранов, которые рассказали односельчанам о нравственном жизненном пути фронтовика. Потомки ветерана также выразили благодарность акимату города и акиму сельского округа, Совету ветеранов. Ономастическая государственная комиссия, акимат, население страны – все поддержали идею увековечить память ветерана. Всем огромное спасибо. Пусть наша Родина будет спокойной. Мы знаем, что долг каждого гражданина – рассказывать о доблестях наших предков и передавать их по наследству следующим поколениям.